Всем здоров, продолжаем проходить Resident Evil Код Вероника. Вот. Итак, у нас в грузовом отсеке кто-то или что-то поселилось. Так что надо нам сейчас разобраться с этим делом, потому что Стив у нас, как обычно, за штурвалом. Он ни при чем, ни при делах, не хочет никуда идти. Так. Берем кислотные гранаты на всякий случай, я думаю. Ну и трех аптечек, я думаю, нам достаточно будет. Берем сразу гранатомет. Ну давайте. Давайте попробуем. Посмотрим, что у нас там. Интригу мы создали на прошлой серии. Вот. И сейчас мы посмотрим, что нас ждет за этой дверью. Тиран. Незваный гость. Безбилетник. Тираниус. Заметили, он синий, да? Синий безбилетник. Или серый. Так, подготовка материала завершена. Все готово. Просто прям четко так написано. Все готово. Окей. Надо, короче, его... Ух ты, падла! Бодается. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас сбросит. Ну-ка. Падла. Да чтоб тебя. Беги! Фу. Клэр, молодец. Так, плохо. Плохо, дело плохо. Теперь хорошо. Падла. Патроны кончились, блин. Ну ладно. Ладно, ублюдок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стопэ. Так, плохо, ладно. Плохо, это еще нормально. Куда ты в потолок-то выстрелила, дура? Беги! Не успел. Не успел отбежать, но ладно. Опасно. Да что ты? Ублюдок. Я не знаю, его надо как-то... Он уже, смотрите, еле ходит, да? Ему плохо, ему херовасто, походу. Опа, 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 на. Так, стоп. И взрывающий один. Так, плохо. Цепанул. Беги! Че, с пистолет остался? Жесть. Да что ты, ну, че он такой рукастый-то, блин? Да ни хрена себе, ублюдок, а? Нормальные патроны кончились. Ну-ка, я тебе сейчас... Так, приготовления завершены. Запустить катапульту. Все, лети, чувак, лети. Отлично. Блин, все истратили. Патронов вообще нигде нет. Это жесть. Окей, ладно.
Будем как-то, не знаю, выкручиваться. В чем дело? О, да ничего. Просто нужно смотреть, на что наступаешь. Угу. На небольшое дерьмецо так наступили. Что случилось? Я не знаю, но самолет меняет курс. Он летит в режиме автопилота. Я не могу переключиться на обычный режим. Простите, но я не могу позволить вам так просто уйти. Фред, ты сумасшедший! Альфред идиот, конечно. Это уже давно было ясно, что он сумасшедший и вообще больной придурок. Ну, нас теперь самолет куда-то везет. Сам по себе. Стив так сидел, как будто, знаете, не дышал просто, пока Клэр спала. Боялся спугнуть, как котенка. Ай-яй-яй. Шалун. Не вышло, да, такой. Постучал, не вышло, блин. Эй, где мы? А? Широта 82,17 градусов. Антарктида. Это Антарктика. А, Антарктика. Мы в Антарктике! Что? Что? Это тот самолет, который покинул остров перед нами. Тогда это значит, что это место принадлежит Амбрелле. А, типа самолеты, короче, которые улетели с острова, они прилетели сюда. Хера себе посадочка такая. Сохранить первую половину. Да. Сохраняем первую половину. Итак, жми открыть, я открою дисковод, поменяй диск. Понятно. Понятно. Так, запустили второй диск. Дошли до второго диска, друзья. Прибыли в Антарктику. Как они еще живы оказались после такого столкновения просто. Они причем не пристегнуты были, вообще ничего. Стояли. Эй, проснись, Стив! Проснись и пой. Мы все еще живы. Ни хрена, он люк так выбил просто с ноги. Да что вы вот эту милоту-то все показываете. Взяли, да, блин, не знаю. Уже. Спасибо. Взяли бы уже друг друга. Оа. Плинтуса сломанный. Плинтуса. Давай найдем другой выход. Плинтуса. Из этого огромного мара... Плинтуса, плинтуса, плинтуса. Ладно, давай сделаем это. Окей, так. У нас плохо с жизнями и у нас плохо с патронами. Так, лесенка вниз есть. Лестница вниз.
И здесь какая-то дверь. Давайте здесь посмотрим. Так, запасной выход в тол склада. Ограниченная зона. Не пройти, да? Остается вниз. Так, а здесь я вообще, я здесь не помню вообще, что делать и как. Так, смотри. Тут дверь. Тут дверь. И там вниз лестница еще. Давай по порядку попробуем пройти. Походить. Так, темно. Темно и света нет. Тут дверь. Так, зомбари внизу? Или они здесь, наверху? Здесь дверь, блин. Ладно, давай, начнем отсюда. Раз уж пришли. Так, закрыто. На двери машинная комната. Окей. Они внизу блуждают. Зато эта дверька открыта. Так, что... А, зомби в клетке. Смотри, там ящик. Ой! Чё такой громкий-то? Ладно. Так, что там взял? Патроны для пистолета. Отлично. Отлично. Пистолет, кстати, написано, там можно было дать можно кому-то пистолет. Еще патроны. Неплохо. Ну, я думаю, сейчас начнем набирать, да, патрончики всякие. Так, что это? Цех машин с алмазным резцом. С этим я разрежу металлические материалы. Ага, снова надо, короче, что-то будет резать. Что-то будет делать снова. Да блин, почему так громко-то по этой решетке стучит? Так, ладно, здесь пока ничего нам не сделать, давайте идем дальше. Там еще у нас дверька и спуск вниз. Все тогда в тумане, в таком каком-то. Непонятно. А кровать, это были комнаты рабочих. Угу. Так, зомби лежит. По-любому встанет. Это я уверен. Еще один. Два, трое уже как минимум вижу. Здесь наверху еще один. А, только бесполезные книги. Так, патроны, что ли? Отлично, там что-то блестит еще. Еще патроны, смотри. Патроны и аптечка. Вот этот неплохо привалило. Отлично. Так, что здесь? А, порох. О, отлично, порох. О, там еще патроны. Порох. Комбинируем. Отлично. Надо будет спрятать. Заныкать. Отлично. Отлично. Как я и думал, в принципе. Так, перезарядить, может, 7 патронов всего. Давай. Ух ты, сколько их там. Даже больше, чем
Я думал. Так, 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 так. Еще живой. Все, отлично. С этими расправились. Блин, патроны просто как вода. Видели, да, сколько мы набрали их? И уже совсем... Совсем нет. Окей, так, что здесь у нас? Еще патроны? Давай, давай. Есть, отлично. Теперь только бесполезные книги остались. Беспорядок. Так, вот здесь сидел у нас еще чувак. Нет, здесь больше, да? Так, ну немножко отлично, немножко нашли припасов. Правда, половину уже истратили сразу на толпу. Окей. Но зато взяли порох, сделали взрывающиеся эти, как их сказать, назвать-то, стрелы. Так, что у нас здесь? А, убийцей может оказаться монстр. Ну да, наверное, какой-то паук. Видите, в паутине, да? Так, что-то она наверх так смотрит. Он какой-то мотылек. Все, замочил. Замочил мотылька. Так, это посадки синей травы. Сейчас это не нужно. А-а-а. Короче, раз синяя трава, значит, монстры отравливают. И я думаю, травят, наверное, вот эти вот... как их? Мотыльки эти. Так, окей, ладно. Я понял. Так, давай сюда. За звуки. Кто-то там долбится об решетку, что ли? Так. Это, короче, сейф рум, да, получается? Закрыто. Нет скважин. Нет какой-то скважины. Отступ в виде алебарды. Да, тут трава. Может, возьмешь? Нет. Только бесполезные книги. Кажется, здесь что-то тащили. Траву-то возьми, блин. В смысле? О, отлично. Догадалась. Дошло до нее, что нужно траву взять. Так. Вон ящичек. Здесь, видимо, видите, света нет, да, нигде. Видимо, обесточена база. Куда ты вышла-то, ё-моё? Чё за бред-то? Подошёл, главное, к этой... к ящику. Она взяла, вышла, блин. Дура. Так, окей. Давай, пушку мы убираем. Это мы тоже оставим. Так... это мы уберем. Зеленую травку, наверное, сейчас съедим. Одну. А, ленту тоже, наверное, уберем пока. Пока что. Пока она не нужна. В принципе. Так, а что у нас, всего 5, что ли? Чё-то не понял. А чё так мало? А, во. Я и думаю, чё так мало-то? Нифига, мы копили-копили столько. А тут херакс. Так.
Тут что-то тащили. Тащили, походу, вот это. Блин, там кто-то есть. Там зомби. Крыса! Короче, она нас послала куда-то. Ладно, окей. Допустим. Письма Дворецкого. Угу. Сэр Альфред, простите меня, что я сообщаю о моем отъезде в этом письме. Я слежил вашему отцу, слежил. Он просто слежил всю жизнь. Вашему отцу, лорд Александр, и так долго разделял с вами горе и радости. Лорд Александр неожиданно исчез 15 лет назад. Во время эксперимента ушла от нас милая Алексия. Вам пришлось стать мастером семьи в очень раннем возрасте, и вы чуть не сошли с ума из-за утраты всех членов вашей семьи в одночасье. Я ничего не мог поделать, я беспомощен. Сначала я хотел убить себя, но потом, ну, понял, что случится... Инцидент, наверное, с лордом Александром и Алексией и другими словами. А, инсульт. Скотт Харман, дворецкий семьи Ашфорд. Есть включатель. Давай. Это вырабатывает электричество. Нет ответа. Ага. Нет ответа. Я говорю, электричество надо подать. Вот так. Короче. Короче, что мы поняли. Алексия в ходе эксперимента погибла, что ли, или что-то с ней случилось, короче. И поэтому, наверное, у Альфреда поехала крыша. И он теперь считает, что... Он и Альфред, и Алексия, короче, брат и сестра в одном лице. А, ух ты, ух ты! Твою мать! О-о-о-о, сколько их тут! Отвалили! Да! Твари! Сдохни, нахер! Что ты там? Акаш, она какую-то личинку мне на спину посадила. Тварь! Сдохла? Я убил ее? Я что, отравлен? Да ладно, блин. Использовали синюю траву. Плохо. А что, эта личинка теперь будет на мне сидеть? Или как? Или мне как-то надо убрать как-то? Блин! Твари. Насрали мне в организм. Блин, они живучие твари. Блин, они держатся с личинкой на плече. Нахер. Короче, это какой-то завод, что ли, или что-то, конвейеры какие-то, да? Где-то еще, а он шарится. Оп-оп-оп-оп, смотри-смотри, личинка. Отравлен, да вы чё, блин, издеваетесь, ну? Не был же отравлен. Да твою мать, ты задрала меня тут. Да сколько можно-то, на? Срать мне в душу-то, блин. Крылатые падлы. Тварь, а? О, бог ты мой. Я думал, помимо... Ну, не помимо, а вообще... Да, блин! Я так и буду туда-сюда бегать-то, дебилы.
такой уселся вообще. Вообще шикарно. Еще опять отравлен. Да что вы, о, еле живой, короче, блин. Я сейчас сдохну, твари. Ублюдки, а! Да тварь, ты задрала меня уже! Срать на меня уже! Говна кусок, а! Аптечку тратить надо теперь. Кусок, блин. Где? Да, я сейчас возьму. У меня там, по-моему, в этом. Здесь вот два патрона есть. Отравлен, тваря. Блин, смотри, как отрава-то действует быстро, да? Чтоб тебя! Сдохла нахер. Где ты? Сюда лети. Сдох. Да задрал ты там. Крякать. Все? Просто какой-то трешняк, а? Вообще. Дайте мне огнемет и сожгу здесь нахер все. А здесь что? Зомби все закончились? Так, что здесь? Это включатель для сортировщика. Толкнуть переключатель. Энергии не поступает. Управление сортировщиком, нет энергии, не могу работать. Ясно все с вами. Столько, смотри, дверей. Там что-то еще блестело. Сортирует. Прибор. Ссылает там, короче, эти. На склад всякие штуки. Так, смотри, тут дверей опять куча. Давай. По порядку. Закрыто. На двери комнатушка. В комнатушку нам не попасть. Окей. Давай сюда. Боу. Биологическая угроза, что ли, да? Вот, вот! Ты слышишь? Это чё за... Хера себе топот. Противогаз. Замок освободить, если подтечет газ. Кто там? Блин, паук. Сдохни, подло. Траванул, наверное. Да, твою мать, а! Свалили нахер от меня. О, жесть. О, жесть. Ты смотри, сколько их тут. Посла нахер. Что это за херня здесь творится? Вообще просто. Одни пауки, какие-то мотыльки. Не знаю, тут. Отравлен. Бог ты мой, а? Сколько можно-то? Сейчас опять здесь эти мотыльки. Тварь, а? Ты меня бесишь уже, блин.
говна кусок. Хрен попадешь еще по этому говну. Плохо. Я сейчас. Я все аптечки сейчас истрачу так. Кто придумал-то это говно? Я просто, у меня нет слов, я опять отравлен. Я так и буду бегать туда-сюда. Да что ты там акаешь-то, ёб твою мать, а? Пипец, там штук 20 не на спину насадили. Я херею, а? С этого баяна. Как вот, вот что мне делать? Что мне делать? Аптечку опять тратить? Жесть какая-то. Просто. Ненавижу это место. Да какого хера ты задрал меня, ну? Только вылечился, твою мать, а? Падла. Просто вот сколько? Минут 20 уже туда-сюда бегаем. За этого говна, блин, летучего. Сдохни нахер. Аллилуйя, блин. Ох. Паукам теперь надо идти. Ползи сюда, падла. Да тварь, а! Сдохните. Да ты еще не сдох, падла! Урод, блин, опять отравил, но. Кусок. Че это? Это капсула развития. Что за монстры они здесь рас... Че-то растят. Говно какое-то они здесь растят. А, это, кажется, часть сортировщика. Конвейер сломан, тут дырка. Я бы сказал, тут где тут дырка. Патрон для пистолета, просто шикарно. Есть еще кое-что. Еще патрон для пистолета. Просто отлично! Так, здесь что у нас? Здесь ничего нет. Вон трава какая-то. Давай мне синюю. Зеленая. Давай мне синюю. Зеленая. А, синяя. Да? Синяя? Все, ништяпуля. Так, что-то еще лежит. Еще что-то лежит. Возьми штрих-код
Штриховой код. Нифига нам штрих-код. Идентификационный стикер для сортировки груза. А с другой стороны там ничего нет, не написано. Не. Ни черта. Так, ладно. Да, блин, не выйти теперь. Так, окей. Все взрывные, блин, потратили. Тут какие-то большие двери. Да. О, смотри. Что-то сверху там блестело. Пошел нахер. Так темно здесь, везде вообще просто. Готов. Готов. Здесь куча химии. Интересно, зачем их использовали? Где ты там урчишь-то? Это, кажется, часть сортировщика. Казалось, что грузы собираются здесь. Так, что здесь? Ключ к комнатушке. Ага, отлично, взяли ключ от комнатушки. Сдох. Отлично, сдох. Так, ничего полезного, там еще один. Еще один зомбарь. Ну, 10 патронов на него хватит, я думаю, да? Все, лежит. Лежит и не шевелится, все. Ой. Это реально столько здесь. Ход... Ох ты, бог ты мой, ты смотри, коллаж. Бинтовочка. Вот это тема. Вот это тема. Просто. Вот это тема. Так, здесь больше ничего не открыть, ничего не осталось, ничего не осталось. А, здесь мины. Интересно, зачем они? Как зачем? Взрывать. Зачем? Так, еще что-то. Закрыто. Взрывчатка собрана, но детонатор отсутствует. Ага. Нужен детонатор еще будет найти. Так, что здесь? А, возьми детонатор. Нормально. Детонатор. Давай, вставим детонатор. Взрывчатка теплочувствительная. А, даже так, да? Теплочувствительная, но у нас нет ничего такого, чтобы тепло издать, да? Окей, ладно. Ладно, возвращаемся еще. У нас есть ключ от комнатушки. Но сначала туда не пойдем. Пойдем, сохранимся. Сейчас опять эти мотыльки там. О, бог ты мой. Так, стоп. Сколько у меня патронов? 2 патрона. Хватит на 2. Ага, херушки, хватит на 2. Сразу 2 патрона выстрелила. Дура. Ну где ты? Сюда идти. Сюда идея. Где этот мотылек? Он там из коридора не хочет вылетать, что ли, вылазить? Падла. Все, неужели?
Отлично. Вот так аккуратненько как-то надо проходить их, я не знаю. Ну что, тогда, наверное, сохраняемся, вот. Так, что я выброшу? Вот это я выброшу. Тогда, наверное, сохраняемся. Продолжим уже в следующей серии. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Не забываем комментировать. Оставлять отзывы свои. И... С вами был Валерий. Всем пока.